Только хотела поздороваться со своими прекрасными зрителями, как Юра уже припарковался. Но все равно здороваюсь, мои прекрасные зрители. Доброе утро. Привет вам из Одессы. Едем мы в город по делам и заодно вам немножечко поснимаю, то есть возьму вас в дорогу. Проедемся по улицам Одессы. Вот Юрка вышел. На минуточку выскочил. А сейчас мы с вами находимся на улице Вильямса, кто узнал. И вот тут как раз магазин, торговый центр Таировский. И, соответственно, Таировская площадь. Ну, такие новострои. Нет, старострои. Вот. Спальные районы, короче говоря. И буквально тут вот мы жили в двух шагах отсюда, по Королёва направо, до того, как переехали в дом, в коттеджный поселок. Что, Юр? Да, суббота. Суббота, да. А что ты хотел? А, банк закрыт. А он, оказывается, закрыт, потому что суббота. Тут у нас пицца, итальянский квартал. Сейчас мы будем как, прямо или налево? А? Налево. Налево повернем, по Королёва, значит, будем ехать. Дороги, видите, расчистили, где само растаяло. Вот. Что там у нас дребезжит? Так что едем. Мороз у нас значительно ослабел, однако скользота сохраняется. Вон, видите, кучу отсева везде понасыпали. Дорожки посыпают периодически. Мороз держался у нас довольно долго в Одессе. До минус 18 было по ночам. Днем тоже так, минус 9, минус 7. Сегодня... Сегодня, вот Юра говорит, уже минус 4, показывает наш забортный компьютер. А сразу исчезло солнце, как температура повысилась. Сразу опять стало серенько и туманно. Были такие яркие, красивые морозные дни. А сейчас уже все. Торговый центр «Панорама». Проезжаем. Говорите, кто узнал свои родные места. А возможно, Юрка подсказывает, а может быть и машины. Может быть, навстречу и ехали нам в этот момент. Меня ж многие одесситы смотрят в последнее время. Пишут, я с Одессы, я с Одессы. Короче, кто с Одессы, пишите. А кто раньше когда-то жил, и им тоже было интересно прогуляться, тоже пишите в комментариях, ставьте плюсики. Ну что, все сделали. Купили мне, кстати говоря, новый телефончик. Сейчас вам похвастаюсь. Вот. Теперь у Викуси будут очень качественные видео. Так что два раза подписывайтесь. Да, так что Юрка говорит, подписывайтесь. И еще разочек, кто не подписался. Samsung какой, Юр? 34. Samsung A34, да. Вот. И купили мне еще... Не планировали, но зашли и купили вот такое пальтишко. Вот, я уже в нем. Сказали, давайте мне вашу старую курточку упакуем. А новое пальтишко надевайте. Вот, я уже в нем. Очень довольная. В общем, Викуся довольна, пряничек сегодня. Так, нам автобус все закрыл. Значит, пока что выключаемся. Это мы все еще по Королёва едем, даже не выезжая с Королёва. Ой, я так довольна, что мы это пальто взяли. Оно мне будет коленки закрывать на ветру. Не будет продувать. Замечательно. Сворачиваем на Ильфа и Петрова с улицы Львовская. Левитана.
улицы Левитана, точно, мы же по Левитана ехали. Налево. И пошел, между прочим, снежок. Мелкий такой, сыпется, как мука. Обеспечивает хороший настрой. Да. Когда снежок белый, чистый, то как-то и настроение тоже светлее становится. Теперь обращаем внимание по сторонам. Нам надо найти еще ремонт часов, чтобы заменить Юре в часах батарейку. Там такие фельдеперцевые часы, что нужно только у мастера менять ту батарейку. Вообще все надо делать у мастера. Все надо делать у мастера. Это точно. Вот кафе, которое называлось «Под черешней». А сейчас оно называется «Под куполом». Заправиться? Да. Поехали. Ну, в общем, мы все крутимся, крутимся вокруг одного квартала. На Красный Крест. Поехали, заправимся. Сейчас едем по проспекту Глушко, но он сейчас уже называется по-другому. Я все никак не могу запомнить, как он сейчас называется. Прям снег, снег, Юра, смой немножко, счисти немножко окно. Слева сейчас будет Киевский рынок. Вот. Оголосили повітряну тривогу в місті Одеси. В місті Одесі оголошено повітряну тривогу. Негайно спустіться у сховище. Повідомте про це своїх близьких та рідних. Їдемо з вами по Чорноморській дорозі. Люздорська, да, раніше називалась Чорноморська, зараз Люздорська, ну, старе названня. Тоже прижилось. Это вот у нас ветеринарную клинику здесь новую отстроили, куда мы с Аделькой ходим. Красивую сделали. Вот. И что? А, мы едем, нам нужна заправка LPG, потому что там у Юры депозит. Когда-то у них была акция, если оптом берешь, выкупаешь пальне, то хорошая была скидка. Ну вот. Теперь нам нужно там туда поехать заправиться. А снежок такой сыпет, сыпет мука с неба. Еще кое-где елки стоят и украшения новогодние, а мы вчера уже с Юрой все поубирали. Надоело, честно сказать. Елки убрали, гирлянды смотали. Конечно, намучились, когда эти сворачивали росу. Наматывать-то легко, а вот сворачивать ее целый гембель. Но ничего, справились. Ну вот, выехали на Толбухина. Впереди будет юго-западный массив. Что цвета? А где? Юго-западный цитирюш. Ну вот, мы заправились, поехали немножечко покрутиться по городу, покататься. В принципе, время еще есть до обеда. День свободный, делать нечего. Сейчас проезжаем мимо ЖД вокзала
і прямо в центр Одеси виїжджаємо. І Попушкінська, да, Юр? Угу, Попушкінська поїдемо, зараз от сюди. От. А машин немного, смотри. А ну да, сьогодні ж вихідний. Улица Пушкинская, брусчаточка. В центре довольно много улиц, покрытые брусчаткой. Вот там. Нет, а Льва Толстого еще. Там, пару улиц. Там есть пару улиц в тихом центре, в том районе, да. Ну и французский бульвар. Дом с ангелом, реабилитационный центр для детей. На Успенскую свернули. Ну вот свернули в сторону книжки, сейчас там возьмем кофейку себе. Такое место чисто одесское, атмосферное. Сюда все забегают на чашечку кофе по дороге. Это книжный рынок, но там можно найти все, что угодно под этими навесами. О, можно заодно посмотреть, что у нас идет по театрам. Будьте здорові, мосьє. Тут якийсь девіч вечір, мускомедія. Тут чисто одеський спектакль. Сюда ти? Не йду я, не червоний. От. Смотри на него, нарушает. Пошел себе на красный. Главное, сначала мне замечание сделал, а потом и сам поперся. Не поперся, а пришел. Не поперся, а пришел. Жарко, кава. О, ось тут будемо каву пити. Та вот. Юра! Ну, я себе традиционно беру с соленой карамелью капучино, а Юра... Тоже что-то берет. Юр, что ты себе берешь? Классичный? Крышечки є? Крышечки є. Я вирухую, не контролюю, Чиняй.
не слышит. Все, теперь уже в сторону дома. Ну вот, въехали мы в район привоза. Сейчас привоз вот так вот сквозь проедем по этой дороге за грязным автобусом. И на этом наш сегодняшний репортаж о прогулке по Одессе будем заканчивать. А тревога все еще длится. Сховище. Повідомте про це своїх близьких та рідних.